Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, мы продолжаем играть за отброс. Вот такой вот составчик я наваял, поставил на правую гроскроицу, потому что у Джонсона 69 фитнеса, и в нападении решил поставить Варгаса вместо Лукаку. Чуть Лукаку в последнее время очень тяжело чувствуется, и мне сложно им играть, поэтому я решил пока что Варгаса поставить. Что, может, Лукаку на замену выйдет или Остин выйдет, который я тоже уже давненько не выпускал. Третий дивизион, играю в дивизионах, не знаю, может быть, сыграю следующий матч в кубке, но пока играю в дивизионах. А вообще, я подумал, почему вот так не сыграть с одним опорником, с двумя полузащитниками по краям, с Сапом Лалана и с Остином Варгасом в атаке. Почему бы и нет? Да, думаю, так бы подошло вполне неплохо. Капитана, в принципе... Не, наверное, пусть отдыхает этот матч. Поехали. А вот и наш соперник. Русский, судя по всему. Снова Италия. Снова Италия. Только на этот раз с бразильцами. Слева Неймар, Рамирес. Какого черта я сейчас наблюдаю на своем экране? А, ну вроде нормально. В общем, я поменял камеру на немного другую. Не знаю, будет ли мне с ней удобнее или нет. Но, в принципе, все теперь гораздо поближе, и я буду лучше, наверное, мяч контролировать, потому что я буду ближе видеть своих игроков и мяч. Остин, отличный момент для того, чтобы бахнуть. Ханданович, для него это семечки. Ну, конечно же, Думбия. Маркович, хорошо, Варгас, забивай. Прям по центру. И Барбой Думбия. Что еще я мог встретить в третьем дивизионе? Телефона Неймара читалось. Маркович, хорош, в отборе отработал. Дальше надо отбирать. Неймара просто так лучше не пропускать. И мы не пропускаем. Какого черта с этой игрой не так? Что это? Остин, ну! Пенальти, да. Но я хотел, чтобы Остин так забил. Келлини зарабатывает 11-метровый. Будут ли какие-нибудь меры к нему применены? Там карточка, например. Да, зацепил Остин, ясно, понятно. Но карточки нет, даже желтой. Интересно. Я думаю, я хочу дать Остину забить. Серьезно, он этот пенальти заработал. Я надеюсь, что он пробьет его как надо. Давай, Чарли. И Чарли Остин не забивает пенальти. Вот ж не везет, так не везет. Джей Родригес в защите отрабатывает в этом матче просто на ура. У Ибарбо раз, наверное, три уже мяч отобрал. Но вот сейчас мы упустили Ибарбо. И снова Родригес. Вы посмотрите, Джей красавчик просто. Ух. Но его, я думаю, на весь матч не хватит играть в обороне. Крул мяч забрал. И куда это? Я же на Варгаса скидывал. И снова Джей Родригес. Вы посмотрите, он сегодня везде. Лалана назад откатил. Остин. На Лалану. Ну, раскатано же. Бей! Да. Прекрасно. Адам Лалана выводит отброс вперед 1-0. Чарли Остин делает голевую передачу. Молодцы, ребята, молодцы. И мы видим шикарнейшие артефакты на заднем фоне. Не знаю, почему они включились. Ну, раньше я их, например, не наблюдал. Чарли Остин! Ай-яй. Я думал, он мне не даст так пройти, но я почти прошел. Ну что ж, первый тайм окончен. У нас было 4 удара, 4 в створ. То есть полное преимущество над соперником. И гол мы смогли его забить. Так, хорошо, Родригес подостал, но пока никого, наверное, менять не буду. Я бы разве что еще, наверное, камеру бы приподнял. Потому что все-таки... Да, еще чуть приподнять и чуть меньше зума. Вот так вот. Квадрата. Мы поняли тебя, и Барба, Думбия, Квадрата. Я очень хочу тебя обыграть, парень. Очень хочу. Даже не представляешь, как. Неймар с центра поля прошел, ударил, крол отбил. Снова Джей Родригес в отборе.
И Чарли Остин. Ну почему же ты не побежал? Ты же открывался, Чарли. Я поверил этому твоему открыванию и поэтому отдал пас. Один-один. Защитник, Маркович защитника врезался. Давай, наверх. Хорошо, Варгас. Ну, скорее Варгас. Убрал и забивай, Хамданович. Варгас, давай. Давай, Варгас, молодец, убрал. Прошел. И, да, получай 2-1. Варгас, вот это гол, и на. Ему не повезло сейчас, что мяч от руки прям срикошетил в угол. Но я думаю, что если бы даже защитника там не было, мяч бы точно так же в угол залетел. Килини, автогол. Жаль, что не Варгас его засчитали. Но черт подери, я заслужил этот гол. 3-2 убегаем. Пас вниз, Чарли. Остин. Убрал. И забивай, бро! Ханданович попал. Ну, Чарли, ну, пожалуйста. Я уже все делал для того, чтобы он забил. Калихон. Да нет, ну, с центра поля не дадим, Гроскройц. Вала, ну, почти ведь. Вот Юйди не добирается. Бумбия, нет, Кру. Фух, так, спокойно, спокойно, хорошо. Вот Юйди устал очень сильно. Маккарти выпущу, Тороман вместо Акбонна уставшего. Кто еще? Чилханоглу вместо Марковича. Тройная замена на 90 минуте матча, просто чтобы вышли свежие игроки в центр поля. Фух, давайте, 2-1, ребята, победу надо выжимать, мы так давно не побеждали. Так, на ЕС, отбиться, круто, опасно. Хорошо, Остин, давай. Варгас, ну... Парцали. Варгас отобрал. Тихонечко. Лалана. Пустые ворота. Гол. 2-3-1. 3, чтоб его. 1. Ох, Варгас. Ну просто суперско. Головой. Где вратарь-то вообще был? А вратарь, вон он вышел. Зачем ты прыгал? Лалана головой. 3-1. Я так давно уже не радовался. Просто зашибенно. Это отбросы, дамы и господа. Долгожданная победа. Я супер рад сейчас. Я надеюсь, так же и вы рады, ребят. Просто 3-1, да. И мы победили бегунка. Бегунка, который все время только делал, что забросил. Я сделал лишь единственный заброс за весь матч. И вот сейчас он привел к тому, что я смог забить гол. До этого мы забили 2. Лалана лучший игрок. Я не зря устал. И Остин опять. Столько шансов. Он пенальти не забил. Это же просто вот что такое с этим игроком, что не получается у меня забить за него. Так, это гол. Ну вот он зато голевую смог сегодня сделать. И Лалана просто всех раскатал. Абсолютно никак не парился. И, кстати, вот если бы здесь Думбия забил, то я думаю, все было бы очень плохо. В принципе, удар прям по центру, ничего такого, я думал, там прям в угол был. И, кстати, еще был рикошет, все-таки успел тут кто-то ногу выставить. Да, Кру все равно молодец, успел среагировать. И Лалана, пожалуйста. Я вот тут подумал, что я хотел остановиться, я видел, как здесь Чарли Остин бежал. Я хотел вот так вот остановиться, чуть подождать, чтобы он выбежал. И отдать ему пас. Но в итоге Варгас обманул, забрал... И вратарь-то с центра поля вообще бежал. Я даже не видел, что ворота пустые, вы представляете? Настолько был взволнован в полу борьбы. И тут мимо два защитника пролетают, и Лалана забивает. 3-1, чтоб вас. 3-1, 8 ударов, все 8 створ. И мы забиваем 3 мяча. 7 очков в третьем дивизионе. Ух, так, я сейчас маленько передохну, но будет второй матч в серии. Я... передохну для вас, пройдет буквально там пару секунд. Мне понравился состав и сломался на Тюиди. За что? Ладно, у нас есть Маккарти. Маккарти, я думаю, сыграет ничуть не хуже. Тюиди успеет вылечиться. Так, как там Джонсон? Джонсон, в принципе, готов.
Ну, Гроскройс, не, Гроскройс был великолепен. Маркович, Родригес в защите отыгрывал. 8 матчей, 1 голевая у Чарли Остина, и он никак не может забить, ну просто мне очень обидно за это, я хочу, чтобы он забивал. В общем, увидимся в следующем матче, буквально через пару секунд. Вот второй соперник, Красный Дьявол, 84 его рейтинг. И тут нет вообще ни одного игрока из МЮ, причем это Красный Дьявол тогда. Очень хороший АПЛ. Почему-то Фернандо или Фернандини у него на цепь стоит. Хорошо, мы готовы. Виллиан ошибся, Варгас. Варгас. Пенальти. Пенальти! Или он в мяч сыграл? Я просто не увидел, реально, может, в мяч сыграл. Хорошо. Просто мне казалось, что я попытался продвинуться и мяч потерял. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Родригес снова в отборе. Прекрасно, Чарли Остин, ну же! Мимо. Снова Родригес в отборе. Варгас. Штрафной, наконец-то. В этот раз дали штрафной. И красная сразу же. На 9-й минуте матча красную карточку. Косильни, что ли, получает? Да. До свидания, Косильни. Надеюсь, тебе понравится матч с трибуны. Ну, посмотрите, я между ног мяч катнул. Мне он просто меня снес. Лалана будет бить хорошо. Лалана не Снейдер. Бьет мимо. Естественно, он сейчас будет делать замену, чтобы защитника заменить, или не будет. Потому что он паузу вроде бы взял, но какую-то короткую. В общем, он Яю Туре поставил в центр. И, значит, будет играть без опорника. Но из атаки никого, судя по всему, не убрал. Лалана, Варгас. Прострельчик и... Кто это? Маркович? Да, 1-0. Маркович, красавчик. Вы посмотрите, как это было раскатано. Варгас отдает туда, и Маркович в прыжке забивает. Петр Чех был отыгран. Хороший гол. Маркович в центр. Маккарти, давай! Рикошет был от кого-то из моих. Ну что, все вроде бы складывается для нас хорошо. Мы больше атакуем, у него моментов почти нет. Мы прерываем все его атаки, сразу бежим в контратаку. И каждый раз это очень опасно. У него 10 человек всего лишь. Ну, Чарли. Чарли Остин. Да, это первый его гол за отброса. Это его первый гол за отброса с передачи Эль Капитано. 2-0. Великолепно. Убрал защитника. Сам себе тот гол сделал. И пробил просто насквозь Петра Чеха. Чарли Остин. Молодец. Первый гол за отбросов. После 9 матчей. Ну, то есть, это, по-моему, 9 матч его. И вот на 9-ю встречу он все-таки забивает. Чарли Остин. Дальше хочу, чтобы вот эта его взгревая серия сейчас прервалась. И дальше он забивал от матча к матчу. Ой, а вот тут он нас раскатал. Один мяч от Эгуэра залетает. По-прежнему ничего не ясно, я об этом и говорил. Считайте, два паса и все. Защитники не успели. Крула я уже даже в расчет не беру. Потому что опять мяч летит мимо него уже, и он только тогда прыгает. Ну что. Снейдер. Дважды убрал, получил обраточку. И Чех, как он это спас. Варгас прошел. Штрафной, я эту рай пенальти. А мне кажется, подкат был чистым. Вторая красная. Вторая красная карточка. Чувак супер жестко пытается играть. И получает за это. Я эту рай только что получил желтую. Нет, он не получил желтую, но его все равно судьба наказала. Но, ребят, это был подкат мяч. Это был чистейший подкат мяч. Вы опять скажете, блин, Джек, что ты такой честный, я не буду забивать, то есть я хочу, чтобы Крул пробил. 25-25-25 его скиллы. Стопудово он промажет, да, ну перекладина, нормально. Ну это был абсолютно левый пенальти, я эту рэп прям под мяч подкатился и мяч остановил. И только потом уже Варгас упал. Хамуглу, Варгас убрал и забивай. Да. 3-1.
Честный гол уже нормально. Честный гол самое то. Принял, обработал и забил. Остин. Остин, давай дубль. А давай дубль. И дубль делает Остин. Здесь и сейчас он забивает два мяча. 4-1 отбросы. Впереди. Остин, молодец. На силу, вот прям как он может. Хорошо, но сейчас у него всего лишь два крайних защитника, и в центре вообще никого нет. Поэтому, я думаю, надо этим пользоваться и забивать. Крул, ты прекрасен, как всегда. Второй удар в створ, второй гол. Опять пас, ну посмотрите, просто под копирку атака. И снова удар в ближний, и снова Крул вообще ничего не сделал. Все, матч окончен. Хорошо. Хорошо, я думаю, даже если бы не было удалений, мы, наверное, бы выиграли, потому что у нас было очень-очень-очень много моментов. И я, в принципе, был сильнее соперника, но не знаю, чего подвело. Псих ли, нервы ли. Черт знает, Маркович, Остин, Варгас и Остин сегодня забили у нас. Ну и две атаки мы пропустили. Остин и Варгас по 8,9 получают. А лучший игрок матча, я уверен, Петр Чех, да? 14 сейвов. 14 сейвов. Сколько ударов было в створ ворот наших? Кстати, 6 ударов. Я говорил, что 2. Нет, было 6 ударов, оказывается. И 2 из них Крул пропустил. Ну, все равно мы пропустили 10 мячей за последние 5 матчей. Хорошо, 10 очков нам нужно за 2 игры, чтобы остаться в этом дивизионе. Черт подери, 2 очка набрать. Мы не выиграем титул, мы не выиграем... Ну, то есть мы не пройдем дальше, мы не выиграем титул, но хотя бы остаться в этом дивизионе мы, мне кажется, должны. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы, наконец, снова начали побеждать. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что мы снова начали побеждать. Это был наш второй победный матч. И что я сделал? Я, наверное, сделаю вот так. Сделаю вот так. Сделаю вот так. Так и так. Блин, я думал, все будет клево, но нет. Все очень плохо. С такой схемой линков нужных не хватает. Если только Озякупа сюда поставить. Да. Вот так. Так мы сыграем следующий матч. Надеюсь, вам все нравится. Поставьте палец вверх, ребят. 2 победы в этом выпуске мы смогли сделать. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Джек Шепард. Можно, кстати, Кабуля вернуть. И поставить. А где же он? А, Туре был здесь, и он, ну, считайте, он не отдохнул. Ладно. Нет. Маккарти на защитника ставить тоже, мне кажется, как-то странно будет. Но раз у нас турки, то вот пусть так все будет. А, и эти еще из Бундеслиги вообще прекрасно. В общем, вот таким составом интересно будем играть. Ни разу вот в такой схеме с таким составом не играл. Все, ребят, с вами был Джек. Спасибо за поддержку. Я мега радовался эти 2 матча. Мы забивали, забил 2 мяча впервые. Чарли Остин. Мы 2 победы держали после такой серии плохой. И наконец-то победили. Все, с вами был я. Спасибо большое. Всем пока.